нужен нет, ли он в столице? Нет, абсолютно не нужен. Я категорически против любых гей-парадов. Меньшинства должны быть меньшинствами. Да, их нельзя угнетать. Да, не вина этих людей, что такими они родились. Но, с другой стороны, меньшинства не должны навязывать свой образ жизни, свои стереотипы большинству и ломать установки, стереотипы нормальных людей. И я, может быть, где-то обращусь к гей-сообществу, что, ребята, не перегибайте палку. Ведь чем больше вы педалируете, чем агрессивнее вы ведете по отношению к большинству, тем жестче в конечном счете будут когда-то ответные меры. Не надо раздражать людей, которые не воспринимают такой образ жизни.